Всем привет! Хочу поделиться с вами вкусным, сочным, свежим и очень необычным салатом от легендарного шеф-повара Гордона Рамзи. Этот салат поражает своей простотой и потрясающим вкусом. Список всех необходимых продуктов будет также размещен в описании к этому видео. Возьмите две моркови среднего размера. Морковь натираем на крупной терке. При выборе моркови старайтесь выбрать сочную и вкусную. Также нам понадобится апельсин, с которого мы сначала снимаем цедру, а затем выдавим сок. Чтобы косточки апельсина не попали в салат, сок я выдавливаю сначала в тарелку, а потом процеживаю к нашей натертой моркови. Добавляем зиру, соль, горсть семечек подсолнечника и горсть тыквенных семечек. Теперь делаем соус. Берем столовую ложку горчицы, добавляем столовую ложку меда, рисовый уксус. Его можно заменить на винный уксус. Что есть, то и добавляйте. И столовую ложку оливкового масла. Если оливкового нет, то добавьте обыкновенное подсолнечное масло. Добавляем кинзу и мяту. У меня мята сушеная, но если у вас есть свежая, конечно, лучше добавьте свежую. Она придаст еще более насыщенный вкус и аромат. Заправляем салат соусом и перемешиваем. Попробуйте на соль, если не хватает, то досолите. Получается очень вкусно, сочно, ароматно, а самое главное, просто и полезно. Надеюсь, что видео вам понравилось, и вы не забудете поставить нам лайк и подписаться на наш канал. Чтобы не пропустить остальные рецепты, нажимайте колокольчик. До встречи!